Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаем новый влог. Сегодня мы опять на Волге. У нас все еще продолжается отдых наш. Утро мое началось с уборки. Я уже начала убирать, не стала снимать. Я уже в каком-то видео рассказывала, девчонки, что я не люблю снимать мотивашки, не люблю снимать готовки какие-то, ну, потому что я не специалист и не гуру в этом. Поэтому я не снимаю ни мотивашки, не какие-то приготовления, ну, приготовления, имею в виду, пищи. Сейчас убираю на втором этаже, поснимала шторы. Сегодня хочу перестирать шторы наверху, и шторы, и тюль. Вот, они у меня же, кстати, отстирались, сейчас буду их вывешивать. И нужно будет мне здесь пропылесосить и помыть пол. Душевую кабину я мыла вчера, она у меня чистенькая, попротирала пыль, так что осталось пропылесосить. Смотрите, девчонки, какой у меня вот здесь вот светлый волос, видите? Прям светлый, как будто я его обесцветила или промелировала. Это все солнышко, все лето на солнышке. Так прикольно, светленькие такие. И детвора у меня тоже все светлые стали. У нас сегодня отличная погода, замечательная. По градусам что-то около, ближе к 30. В общем, здорово, хорошая погода. Отдыхаем, загораем, купаемся. Так, ну а уборку никто не отменял. Достаю я свои шторочки, они у меня уже постирались. И тюльки постирались. Так, сейчас посмотрим. Оп-оп-оп. Я прям вот так вот их на кроватку положу. Девчонки, я буду развешивать шторы на свои места, то есть по окнам прям не буду их сушить, не буду их гладить. Тем более, что у меня здесь утюга нет. Я их выкрутила, отжим поставила на 400 оборотов всего лишь, поэтому они такие вот достаточно мокрые, но при этом они не мятые. Чистенькие, свеженькие. Сейчас буду обратно их развешивать. Повесила я шторы, повесила тюль. Но тюль пока повесила только на одно окно. Вот сюда вот. Потому что вот на этом окне у меня нет карниза под тюль. Я ее сюда вешаю на... Вот видите, вот она, веревочка на веревочку. Надо как-то, не знаю, надо будет как-то купить нам карниз. Вот. Так что пока не повесила, попозже повешу. Сразу в комнате свежее, светлее стало, шторы чистые и дышать легче. Тут, кстати, смотрите, в одном из видео мы с вами гуляли по лесу, и детвора у меня вот там в тот день насобирали вот эту травку. Сказали, что это бамбук. Мы ее поставили в вазочку, она уже так высохла. Милашкины игрушечки, Захаркин какой-то там тоже собачоныш стоит. А вот это, девчонки, камушки, очень дорогие для меня камушки. Я привезла их с Ладожского озера. Вот, стоят у меня здесь на Волге. Камушки с Ладоги. Дома чистота и порядок, все помыла, все проветрила, все постирала. Люблю вот это ощущение чистоты и порядка в доме. Для меня это очень важно, даже на отдыхе, даже на даче. Для меня важно, чтобы был порядок, чистота, свежесть, уют. Чаек пью. Захарик у меня купаться убежал. Милашка лежит, грустит. Чего грустишь? Скучно, скучно ей немножко. Подружка ушла заниматься своими делами. Сегодня она у нее, кстати, подружка ее была на ночевке у нас. Очень хорошо они так поночевали, повеселились. Да, доча? Да. Так, мне еще нужно прищепки разобрать. На окнах лежат прищепки, нужно их насадить на веревочку. За это время, пока вот были мы в городе, успела я сделать набеги на магазины, немножко собрать деток в школу. Ну, естественно, конечно же, еще не все купили. Канцелярию так вообще не покупали никакую, ни тетрадки, ни карандаши. Ну, в общем, всю канцелярию нужно еще будет
Еще только предстоит нам купить. Вот. Милашку в школу собрали, значит, купили ей школьную форму, купили ей обувь, купили ей рюкзак. Приедем, когда в город, я вам обязательно все покажу, она все примерит, все покажем. Тимошке купили рюкзак, купили ему пиджак, очень классный, нарвались на такой классный пиджак в магазине «Фамилия». Обалденный пиджак, прям он у нас, Тимошка наш, очень сильно похудел. За это лето очень сильно похудел, прям сильно, девчонки. Мама набрала, а сынок похудел. Что-то он около 7 килограмм скинул. Вот, и прям такой классный пиджак урвали мы, и стоил он буквально копейки, что-то там 700 с небольшим рублей, но пиджак прям крутой. Если он согласится попозировать, то я вам обязательно тоже сниму. Он, знаете, вроде как и пиджак, и вроде как он, вроде как и классическая вещь такая, знаете, но в то же время что-то с нотками такого свободного, спортивного. В общем, здоровский пиджак. Его можно и с джинсами, и с какими-то брючками. Пошли мы в магазинчик, сходим, прогуляемся. Идем. Мальчишки пошли. Захарик, Макарик. И милашка впереди идет. Сходим. Прикупим кое-что. Смотрите, какой огромный куст шиповника. Красивый такой. Но очень пыльные возле дороги. Прям такие уже ягодки красные-красные. Класс. А вот здесь вот сейчас я вам покажу. Вот видите, какой дом большой. Строили-строили его и бросили. Заброшенный теперь. Ну, он, наверное, чей-то, но недостроен. Так-то, конечно, классный дом, большой, трехэтажный, с видом на Волгу. Но почему-то его забросили, не достроили. Здесь уже все заросло, прям вся территория. Столько денег вложено. И просто так вот все заброшено. Здесь вот такие дома. Здесь, конечно, дорогие дома. Такие вот, если хорошие, в несколько этажей, они достаточно дорогие в этом месте. Вблизи Волга. Поэтому дорого. Вон они побежали. Маленькие. Озорники помчались. Вот тоже, видите? Это тоже, мне кажется, дом недостроен. Потому что все окна прям пустые такие. Несем с собой мусор, забрали 2 пакета мусора. Очень неудобно, конечно. Я вам уже говорила, что у нас на базе нет мусорных баков, поэтому приходится мусор, пока отдыхаешь, либо копить, потом с собой увозить, либо вот выносить, в общем, в деревню. Не очень это, конечно, удобно. Ёлками пахнет. Еще бы почище было бы. Люди, конечно, поросята, я так предполагаю, выходят с магазина и тут же начинают бросать всякие бутылки, бумажки от мороженого упаковки. Да, очень, конечно, это печально, грязно. Идем. Вот он, магазин. Все, вышли мы из магазина, купили мальчишкам палочки вот такие кукурузные, пуфи, флуфи. Это палочки кукурузные для мальчиков с мальчишечьими сюрпризами. Попались им там вертолетики. Водичку взяли всем по бутылочке вот такую. И остальное уже покажу дома. Ну, в принципе, ничего такого особенного. По мелочи взяли, прикупили. Сейчас пойдем уже обратно. Миланка морожку лопает. Посидим немножко, сейчас передохнем здесь в беседочке, потому что пока шли, конечно, очень жарко. Прям припекает так хорошо. Сейчас немножко остынем и пойдем обратно на базу. Вот, с мясом. Это наш местный производитель. Вот такие вот блины Пиктубаева. Очень вкусные. Захарик у меня такие не кушает. Мы с Милашкой и Миша очень любим такие блины. Я их разогреваю в микроволновке, а потом обжариваю на сливочном масле. Очень-очень вкусные, сочные, классные блины и много начинки. Взяла вот такой йогурт, не йогурт, коктейль молочный Захарчику. Вот такую вот творожный сыр с зеленью взяла.
белочку небольшую. Очень захотелось кускуса, взяла кускус. Люблю его на завтрак, и на обед, и на ужин. Классная кашка, обожаю ее. И взяла еще Захарику кукурузные палочки с сюрпризом для мальчиков. Миланка брала себе мороженое, кит-кат и что? И водичку. А вот еще взяла, знаете что, вот такую вот липучку новую. Старую уже выбросила, она вся черная была, вся в мухах. Взяла новую, повесила, потому что мух очень много. Маленькая змейка. Совсем крошечный мужик. Я хочу ее взять в руки. Хвостик у него поврежден, да? Или нет, я не пойму, поврежден хвостик у него? Да, они же откидывают иногда хвосты, может быть, кто-то хотел ее. Думаешь? Да. Откидывают, да? Ой, такой крошечный совсем. Их ведь здесь столько много на дороге раздавленных. Малыш. Бежал, успел. Вышли мы все-таки немножко прогуляться, хоть и жарко, но решили сходим в лесочек. Пройдемся, погуляем. Мальчишки с нами не захотели идти. Пошли с девчонками. Далеко не пойдем. Немножко сходим. Вот, пройдемся. И пойдем на базу. Поле, русское поле, да? Побежали. Смотрите, только там аккуратно. Змеи могут быть. Здорово. Красота. Ляпота. Ну, мы, как обычно, в тапках. В прошлый раз говорила, что кроссовки обую. И не взяла их сюда с собой. Пришлось в тапках идти. Лето-топ. Молодцы. Лето-топ. Любимая Волга! Девчонки озверели. Ой, пойдемте. Как здесь пахнет, обалдеть. Травой, цветами. Здорово пахнет. Зря мальчишки не пошли с нами, да, девчонки? Мы бы они тоже проорали. Да, тоже бы проорали. Ну, доченька, здесь не знаю я даже. Мне кажется, здесь явно есть какая-то живность. Ну, давайте, если не боитесь. What's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. Sleeping on a Sunday.